Опять эта хрень. Когда же она от меня отстанет-то? Ох ты! Зараза-то! Такая! В сторону идет. Так. Тут дверь, мне кажется, надо, получается. Фу. С этим призраком постоянно такие напряженные моменты. Или не пройти здесь? Пипец. Там не пройти. Так. Вон туда мне надо. Нет, не подходи. Сейчас она меня не найдет. Так. Ай-яй-яй, бутылки. Жесть.
Чё, теперь обратно, что ли? Выход вроде недалеко, рядом. Пипец, мимо нее что ли проходить? Или отвлечь, может, бутылкой попробовать? И пофиг, по-моему. Пипец. Ты глухая? Да, фигушки. А, вот. Блин. Сколько можно-то? Давай, бегом, бегом, бегом. Почему нога? И что это за место? На этот раз должно получиться. Нет, нифига не получилось. Опять эта хрень. Бегом. Почему давай. Почему она гоняется за мной? И что это за место? Вроде удрали. Отлично. Место похоже на маяк. Даже эмблема на банках. Так,
Письмо от шефа полиции, дата 17 ноября 2014 год. Это Джим. Пару слов о ситуации с Кастелланосом и маяком. Мы отправляем Себастьяна на обязательное обследование. Об инциденте в маяке никто не должен знать, а мистер хороший детектив, единственный, через кого можно произойти утечка. У нас много агентов полиции, но недостаточно, чтобы обеспечить полную секретность. К счастью, их штатный психолог получает зарплату у нас. Когда мы поймем, что конкретно известно Кастелланосу, можно будет потихоньку начать во время сеансов внушать ему сомнения в собственной вменяемости. Когда лечение закончится, Себастьян уже не будет уверен в истинности всего, что он видел в маяке. Так, листай. В принципе, он и так не очень-то уверен. Он в последнее время работает будто зомби, еле-еле соображает. Бедолага явно до сих пор переживает все, что там случилось. Мне его почти жаль. Я ведь его больше 10 лет знаю. Он очень сильно изменился. Но такова цена прогресса. Лес рубят, щепки летят. Джеймс Ванкрик, полицейское управление. Кидман была права. Они повсюду. Они действовали под самым моим носом все это время. Отчет об обследовании. Низ. Верхняя часть документа оторвана. Оставаться на службе под постоянным наблюдением. Информация, которую можно получить из опыта его пребывания в СТЭМ, может оказаться бесценной для организации. Установлено, что пребывание в СТЭМ может вызвать длительные остаточные эффекты. Детектив Кастелланос уникален тем, что вошел и вышел из СТЭМ без стандартной процедуры перезаписи памяти. Мы многое можем узнать об отдельных последствиях пребывания в СТЭМ, если позволим ему спокойно работать, а сами будем наблюдать за ним на расстоянии. Я продолжу проводить предписанные детективу Кастелланосу сеансы психоанализа и о любых открытиях буду еженедельно сообщать организации. Уолтер Хэрингтон. Черт. Мёбиус использовал меня как подопытного кролика. Длительный остаточный эффект. Они знали, что Стэм оставит на мне свой след. Выход? Я надеюсь, что выход. Рувика показывают. Ничего не меняется. Я виноват. Это я во всем виноват. А это еще что? Ничего не могу. Ничего. Источник моей боли? Я сам. Часть меня осталась в СТЭМ. Не выбраться. Нет. Это не так. Я выберусь. Но без тебя. Что это? Это видение не было похоже на предыдущее. Реальней? Кажется, что-то изменилось. Мне стало хорошо. О, мой верный револьвер. Давно я тебя не видел. Что теперь вместо пистолета автоматического у нас револьвер? Точняк.
Так, ну теперь надо выбираться отсюда. Там у нас куча врагов. Так что надо как-то не связываться с ними. Патронов на всех не хватит. Ну отвернись давай. Отлично. Так, мимо этих-то получится пройти. Потихонечку, потихонечку. Давай, давай, давай. Блин. Аптечку. Ну, успею. Жесть, короче. Так, а это что? Так, здесь трупы лежат, тоже по-любому встанут. Что-то здесь будет. Заморозка. Голоса. Голоса доносятся из-за двери. Блин. Или в дверь сначала зайти? Давайте сначала в дверь зайдем. Свечи. Нет! Ты не понимаешь, что он с тобой делает? Остановись! Не поддавайся ему! Ты слушай! Слушай! Его голос скажет тебе! Сопротивляйся ему! Хоффман! Назад! Нет! Он не знает, что творит! Какой еще Лиам? Назад!
прочь с дороги, Себастьян. О, Нил, что с тобой? Теодор указал мне путь. Я принадлежу ему. Я его спрятал. А в обмен он дал мне новую жизнь. Это жизнь раба. Тебе не понять. И ты сгоришь! Вот это поворот. Здесь слишком жарко. Надо потушить огонь. Не хочешь ли зайти домой со мной? Может, тебя поглотит пламя? Да ему, кажется, пофиг. Че это бахнуло? Так, разрывные-то есть, нету? Криоболт. Мне жаль, отец Теодор. Я не дам ему... Это заплатье! Давай, подходи. Ты отсюда не выберешься. Я больше не слаб, Себастьян. И я легко не сдамся. Подходи давай. Да чтоб тебя! Здесь бы, кстати, от снайперки не помешали патроны. Интересно, а можно сделать? Две штуки. Шприц. Вот. Патроны. Ты будешь очищен. Хочу и бегаю. Промазал. Я сказал ему. Это заклятие. Все, ноль. Если так.
Ну быстрее ты. Патронов вообще нету. Так, здесь у нас 7 патронов еще. Ну и где ты? Я не дам ему уйти. Обещаю. От меня не уйдешь. Где ты там? Я больше не слаб, Себастьян. И я легко не сдамся. Так, где патроны-то можно еще найти? Все истратили. Вижу, вижу. Блин, я думал, что-то сделать можно. Кстати, патроны лежали. Пусть тебя поглотит пламя! Где-то здесь. Мне жаль, отец Теодор. Я не дам ему уйти. Обещаю. Да чтоб тебя. Какой же ты сложный-то. Давай, где ты? Ходи. Так, чтобы такое подействовало. Кажись, все. Ну все, мне надоело играть. Нет, что ли? Бегай сколько хочешь, ты отсюда не выйдешь. Но он снял маску, кажется. Ну, почти все. Все в дыму так. Нифига не видно. Я больше не слаб, Себастьян. Я легко не сдался. Ай-яй-яй. Мне жаль, отец Теодор. Я не дам ему уйти. Обещаю. Thank you.
Еще когда дышит он, странно. Ну-ка, где ты? Так, там слишком близко. Пусть тебя поглотит пламя! Я тебя больше не боюсь! Да, долго-долго с ним. Я со Стефана так долго не возился. Ну где ты? Нил. А, отец Теодор, я сказал ему. Куда ты там потерялся? Он предложил тебе свободу, а ты отверг ее. Чего ради? Ты будешь очищен! Блин, два раза промазал. А, еще и загорелся. Опа-на. Давай, останавливайся. Отлично. Давай. Я надеюсь, тебе чуть-чуть осталось. Еще выстрел. Я больше не слаб, Себастьян. И я легко не сдамся. Отец Теодор, я не дам ему уйти, обещаю. Патрон. Да я в курсе, что нет патрона. Опа, и здесь нет патронов. Почему от пистолета-то? Чуть не помощнее бы. Да, отец Теодор, я сказал ему! Меня так просто не остановишь! Пусть тебя поглотит пламя!
А, бежит, бежит. Хватит бегать! Насколько можно? Или я что-то не то делаю? Может, ему в бак надо? Мне жаль, отец Теодор. Я не дам ему уйти. Обещаю. Ну давай, выходи. Подлый трус. Вон. Блин, стекло. Давай, давай, восстанавливайся. Соглашайся, Себастьян! Услышь его! Он изменит твое сознание, как изменил мое! Да я вижу, как он твое сознание изменил. Я тебя больше не боюсь! От меня не уйдешь! Патроны не появились. Да. Отец Теодор, я сказал ему. Потерялся где-то. Спрятался. Пусть тебя поглотит пламя! Где-то. Блин, еще не призарядился. Че за фигня? Мне жаль, отец Теодор. Я не дам ему уйти. Обещаю. Thank you.
по-твоему, подействовало? Ты будешь очищен! Сколько тебе мочить-то? От меня не уйдешь! Да бери ты уже патроны. Есть. Спасибо, Себастьян. Наконец я свободен от его голоса, от страхов. Мне было так страшно. Останови его. Чтобы его остановить, надо сначала найти его, Нил. Он переместился. Его здесь нет. И нигде нет. Механизм тут, за стеной. Его надо уничтожить. Какой механизм? Я построил, чтобы прятать. Уничтожь. И тогда сможешь уничтожить его. Что случилось? Как О'Нил мог превратиться в это? Не знаю. Я все это время не выходила из убежища. Потом Лем вдруг вышел на связь. Я так обрадовалась. Но это уже был не он, а этот монстр. Я пыталась до него достучаться, но... Ты же его слышал. Теодор Уоллес что-то с ним сделал. Бедняга. Я не хотел его убивать. У тебя не было выбора. Теодор бы его в покое не оставил. Что теперь? Посмотрим, про какой там механизм он говорил. Я думаю, он на другом конце той комнаты, где ты нас нашел. Пошли. Так, неисправный огнемет. Эти баллоны с горючим для огнемета не подлежат ремонту. Чтобы использовать оружие, надо найти другие баллоны. Похоже, что в этом огнемете используются нестандартные детали, поэтому придется поискать аналогичный и снять баллоны с него. Но едва ли он будет просто валяться неподалеку. Огнемет. Пригодится. Правда, сломанный. Найти бы детали к нему. Так. Это, похоже, была самая долгая битва за всю игру. Давайте переместимся и сохранимся. Так, слайды у нас есть. Посмотрим. Да, есть один слайд. Кидман, ответь. Я здесь, Себастьян. Что нового? У тебя бывает, что ты не понимаешь, где реальность, а где нет? Чаще, чем у большинства людей. Ну, наверное, реже, чем у тебя. Когда я впервые попал в STEM, я не знал, что я внутри. Даже выбравшись наружу, я не был уверен, что на самом деле все кончилось.
И когда я пытался объяснить... Все считали, что ты сошел с ума. Конечно. Если бы мне кто-то рассказал подобную историю, я бы сдал его в психушку ради его же блага. Знаю. Я из Мёбиуса, но даже мне потребовалось время, чтобы прийти в себя после маяка. Я будто жила в состоянии дежавю. До сих пор иногда путаюсь в происходящем. Поэтому ты осталась снаружи? Просто я больше никогда не хочу возвращаться в Стэм. Считай, тебе повезло. Юнион — это дежавю. В самой сердцевине сна про это самое дежавю. Выбраться бы отсюда, не тронувшись умом. Знаешь, хорошо бы тебе хотя бы выбраться. Вряд ли кто-то способен побывать там и не тронуться умом. Стэм всегда оставляет на побывавших в ней свои отметины. Нифига он загнул. Дежавю в самой сердцевине того самого дежавю. Такс. Что у нас там? Нету никакой информации. Нету. А, там киска нам что-то принесла. Так, 10 тысяч геля. Можно что-нибудь качнуть. Создать мы ничего не можем, мы уже все потратили. А вот прокачать 480. Или давайте покопим. Чтобы нам прекратить наши встречи, детектив. Ни за что. Так, а ключики-то у нас есть? Нет, ноль. Итак, что можно прокачать? Бой. Драчун. Атаки ближнего боя, в том числе удары ножом и топором, наносят больше урона. Уменьшение дрожания. Дополнительно уменьшает отдачу. Стойкость, ловкость. Максимальный показатель выносливости. Восстановление сил 12. Эти 12. Что за здоровьем у нас? Увеличивается общее количество здоровья, восстановленного от состояния близкого к смерти. Повышает болевой порог, позволяя оставаться в живых после вражеской атаки, которая должна была убить вас. Давайте вот так сделаем. Так, и у нас еще есть один красный гель. А, два красных геля, даже нифига себе. Такс, что у нас? Давайте, наверное. Почему? Или сначала надо это прокачать, да? Окей. Ну, дальше будем копить. Если получится. Так, не туда побежали. В первой части как-то с этим легче было. Так, здесь у нас можно послушать, да? Работает как положено.
Понятно. Знак влияния. Теодор тут повсюду оставляет следы. Это как своеобразная форма общения с ним. Так. Все, да? А, вот еще что-то. Сколько странных штуковин. Похоже, он что-то конструировал. Может, тот самый механизм? Тот самый механизм. А, нам в другую сторону. Так ты знаешь Теодора Уоллеса? Конечно, он у нас отвечает за поиск кадров. Но что он делает в STEM? И зачем он это делает? Ты много о чем не знаешь. Теодор хочет заполучить Лили. Ты видела, что он сделал с О'Нилом. И если потребуется, он сделает это с любым. Он порвет все в клочья, лишь бы поймать ее. Я не могу этого допустить. Не переживай, Себастьян. Не допустим. Что это? Я не уверен, но это подозрительно напоминает излучатель стабильного поля. Как бы там ни было, О'Нил сказал уничтожить его. И я это сделаю. И даже знаю как. Это я. Себастьян, я уж думала, ты про меня забыл. Ну что, ты закончил со своей взрывчаткой? Да, теперь ищу повод, где бы ею бабахнуть. Отлично, отправляю свои координаты. Тащи весь арсенал. Пойдем на охоту. Ясно. Уже иду. До скорого. Почти готово. Скажите, когда можно будет. Так, когда будете готовы заряжать взрывчатку, поговорите с Торос. Так, а здесь у нас ничего нет, ничего не валяется. Валяется. Скажи-ка мне, Торос. Так ты уже была знакома с Хоффман? Все знают Хоффман. В Мёбиус все попадают только через ее кабинет. Ей можно доверять? Раньше я бы ответила нет, но ничто так не заставляет пересмотреть лояльность, как предательство со стороны руководства. Она здесь в ловушке, как и все мы. Хм. То есть ты не уверена? Да нормальная баба, просто немного отмороженная. Ну да, сложновато доверять тем, кто смотрит на меня, как на молекулу под микроскопом. Что может произойти? Не знаю, что будет, когда мы взорвем эту штуку. Я тоже. Но мы хоть что-то делаем. Вряд ли Теодор согласится оставить Лили в покое. Он, похоже, не из тех, кого можно уговорить на правильный поступок. Так что, прикажешь стрелять на поражение? Просто говорю, что нужно быть готовыми ко всему. Никто не знает, что здесь может произойти. Что ты делаешь в Мёбиусе? Извини за вопрос, но как девушка с твоим характером оказалась в такой организации, как Мёбиус? В армии я была подрывником. Военные одолжили меня Мёбиусу для спецопераций. Когда моя служба закончилась, пришли они. И ты просто вступила в их ряды? Они умеют убеждать. И знают, о чем следует помалкивать. Я выполняла задания, которыми точно не буду гордиться. От тебя ждут слепого повиновения. А если ослушаешься? Когда Мира предложила мне шанс выбраться оттуда, я согласилась. Несмотря на все, что я сделала, у меня остались представления о морали. Ну что, давай заряжай. Ну как, этого хватит? На 10 таких штук хватит. Готова взорвать по твоей команде. Давай. Я готов. Пойду посмотрю на оборудование за стеной. Удачи вам обоим. Thank you.
Ну, поехали. Операция «Надери зад» начнется через 3, 2, 1. Ты как, Торрес? Торрес? Ты где? Себастьян Кастелланос, ты отказываешься ступить во тьму. Значит, хочешь вытащить меня на свет? Необдуманные решения всегда тебя подводили. Ну иди, я тебя жду. Хочешь найти любимую дочку? Так иди же. Узнай, то ли это, о чем ты мечтал. Господи, Лили, ты здесь? Ну, началось. Бездонная пропасть. С помощью коммуникатора найти голос Лили. Так.